В Кронштадтском морском кадетском корпусе накануне встречали слушателей и участников Московского парада Победы. Ребята вернулись в Петербург и первым делом продемонстрировали родителям и педагогам на бис, как все было. По московской брусчатке сводная рота кадетского корпуса маршировала впервые. Все кадеты не старше 15, так что они стали самыми юными участниками праздничного смотра на Красной площади. За все старания каждому вручили медали за участие в параде Победы. Я считаю, что задачу не справились, справились отлично. Ну, можно дать оценку труду воспитателей, труду этих кадет, потому что я сам участвовал в 112-м параде на Красной площади и могу оценить уровень строевой подготовки, подготовленности кадет. Я думаю, это все у них останется на всю жизнь. Тем временем дебютантам московского парада расслабляться рано. В воскресенье Кронштадт отметит свой день рождения, и кадеты примут участие в торжествах.